Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Сонгин работал в своем округе, который охватывает и часть населенных пунктов Лидского района. В нашем регионе он посетил Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, находящийся в деревне Минойты. Там встретился с руководителем социального учреждения Александром Стацевичем, поинтересовался, как оно работает в условиях сложившейся эпидситуации по коронавирусу и оценил, как в нем соблюдаются меры профилактики COVID-19. Александр Сонгин отметил высокий уровень организации защиты проживающих в доме-интернате от инфекции. В гости депутат приехал не с пустыми руками. Для проживающих он передал несколько сотен одноразовых масок.